este rincón donde tú y yo una y mil. Это непростительно, Сантьяго. Ты не говорил, какая у тебя прелестная жена. Любовь моя, ты плохо себя ведешь. Не представляешь меня, сеньоре, не приглашаешь сесть. Ирания, что ты здесь делаешь? Ничего, я проезжала мимо, случайно. Конечно, это именно такое место, где можно случайно оказаться. Хулия Ледесма. Ирания Идальго де Аспура. Как я понимаю, мой муж ваш друг? Нет, пока еще нет. Но, надеюсь, очень скоро между нами завяжутся довольно тесные отношения. Хулия Ледесма является главным акционером Amazone Enterprises. Что ты хочешь этим сказать, Сантьяго? Ничего, только то, что ей принадлежит большая часть акций той компании, с которой мы сотрудничаем. Значит, я не ошибусь, если скажу, что мы почти партнеры? Ирания — единственная наследница Патрисио Идальго. Это очень интересно. Все останется в семье. Крестник — муж внучки Идальго. Мне кажется более интересным ваше положение в этой компании. Раз уж так вышло, почему бы вам не рассказать более подробно об этом, пока не принесут заказ? Простите, если я не прерываю чего-то более важного. Нет, ну что вы, ни в коей мере. Не так ли, Сантьяго? Абсолютно. В конце концов, Земля не перестанет вращаться, если Ирания вмешается. Сахар? Нет, я пью без сахара. Благодарю вас, достаточно. Нельзя не заметить, что вы очень интересная личность. И не мудрено, ведь вы столько путешествовали. Вы вся такая сногсшибательная. Я бы сказал, изысканная. Может, заказать другой кофе? Нет, Сантьяго, я вообще не пью кофе. Тем более, мы уже опаздываем на совещание. Тебе не кажется, нам уже пора? Да, кстати, у меня на сегодня нет никаких планов, и я могла бы поехать с вами. Что ты собираешься там делать? Хочу познакомиться со всеми новыми партнерами по бизнесу. К твоему сведению, если ты не в курсе, меня тоже интересуют дела компании, так как на игру поставлены мои деньги. Отлично, езжай ты. Будешь вести собрание, ну и таким образом ознакомишься с тем, как идут твои дела. Ты не смеешь так со мной разговаривать. Тебе хорошо известно, что ты не можешь помешать мне. Напротив, я и не собираюсь, езжай и проконтролируй все сама. Но, милый, ты же знаешь, я совершенно не в курсе. Прости, Ирания, но мне кажется, ты не доверяешь своему мужу. Я права? Нет, вы ошибаетесь. Я во всем доверяю своему мужу. Правильно, и это очень умно с твоей стороны, потому что ревность – плохая советчица. И вообще, мужчина не любит ревнивых женщин, особенно, когда они их жены. Пожалуйста, Сантьяго, давай поторопимся. Не волнуйся, Ирания, я пригляжу за ним. Пока. До свидания, Ирания. Как вижу, я успела прийти вовремя на совещание, о котором мне не сообщили. Хулия, прошу тебя. Мы здесь не для того, чтобы выяснять отношения. Так что давайте начнем работать. Здравствуйте. Извините за опоздание. Очень трудно припарковать машину. Теперь все в сборе, так что можем начинать. Сеньор Ледесма. Сеньор Сантьяго, обстоятельства требуют, чтобы все знали друг друга. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Сеньора, которая здесь присутствует, является вдовой Ледесма. Она совладелица компании и состоит в доле сеньора Манаура. Очень приятно, сеньора, всегда к вашим услугам. Мы уже знакомы. Мы вместе пообедали и обсудили кое-какие вопросы. Пообедали?
Вижу, что вы оба зря времени не теряете. После этого дурацкого вступления, надеюсь, мы можем приступить к делу. На первом месте перед нами стоит задача уточнить все условия, на которых был основан этот союз. И таким образом мы избавим себя от взаимных упреков в будущем. Я не думаю, что у кого-то появится желание ссориться. Наоборот, если мы объединились, то только для того, чтобы использовать опыт работы обеих сторон. Именно поэтому нам бы хотелось услышать предложение доктора Спурова, как юридического лица компании Идальго. Сеньоры, у меня есть для вас новость. Очень сожалею, но доктор Аспуруа решил уйти из компании Дальго. Поэтому временно я займу его место. Как я уже сказал, очень жаль, что в лице доктора Аспуруа мы потеряли ценного работника. Но, как у нас говорят... Нам надо поговорить. Буду ждать на улице, Мария с Селестом. Король умер, да здравствует король. Жизнь продолжается, будем работать дальше. Чтобы не повторяться, я уже зачитывал основные условия. Не так ли, Аспуруа? Да, конечно. Ты совершенно прав. Ознакомьтесь, вот копия предварительного отчета, который мы представили в банке до моего окончательного ухода из компании Идальго. У меня есть возможность показать совету, что в этом проекте нет юридических нарушений. Строительство туристического комплекса – это дело решенное. Доктор Аспуро, должен признать, что приятно удивлен вашей работоспособностью. Поздравляю вас, сеньор. Спасибо. Господа, если ни у кого больше нет замечаний, на этом мы и закончим. Сантьяго, проводи меня, пожалуйста. Эта стоянка такой лабиринт. Я боюсь заблудиться. Непременно, прекрасная незнакомка, я провожу вас до стоянки. Спасибо. Пройдем в мой кабинет, Селеста. Я позвоню маме. Идем. Всего доброго, господа. Всего доброго. Были очень рады. Мы потом поговорим, Алекс. Я тебя жду. Оскар, машина готова? Да. Ну вот, Хули, мы и пришли. Пора проститься. Но мне очень жаль, мы неплохо провели время. Позволь сказать, твоей жене повезло с мужем. Хотя она и любит всех подчинять себе. Ты смотришь в корень. Иногда это с ней случается. Она права, имея такого красивого мужа, я бы тоже бросалась на всех, как львица. На сегодня пора заканчивать нашу беседу. Надеюсь, она не последняя. Пока. Увидимся. До встречи. Я не слышал, как ты подошла. Конечно, нет. Еще бы. О чем ты хотела со мной поговорить? Объясните мне, почему вы решили уйти из компании Идальго? Вы не должны этого делать, Сантьяго. Ни в коем случае. Он дал мне понять, что вы обворовали Дона Патрисио, и что я могла бы получить хороший куш, если буду помогать ему. Какой же подлец этот Тиберио. Как он посмел смешивать меня с грязью. Клянусь тебе, он мне за все ответит. Он еще пожалеет. Поэтому я вам все рассказала. Вы не должны уходить от Дона Патрисио. Это предательство. Очевидно, что я чего-то не понимаю. Ты терпела много унижений от Дона Патрисио. Почему сейчас ты хочешь предупредить его о замыслах Тиберио? Мне кажется, здесь все ясно. Я не выношу несправедливости. Да, конечно. Ты особенная.
добрая. И не помнишь зла. Чепуха. Я могу быть злопамятной. Но сейчас речь идет о том, чтобы Дон Патрисио не разорился. Это могло бы отразиться на состоянии Манауры. Значит, Манауры, вот чем вызвано твое беспокойство. Как же я не догадался. Так вот, мне плевать, что Тиберио Перейра разорит Манауры. Я задержусь еще на несколько дней в компании, чтобы Перейра не смог навредить старику. И потом, какие проблемы могут возникнуть у Манаура, если ты стоишь на страже его интересов? Ему ничего не угрожает. Сделайте одолжение, перестаньте хамить. Мне все равно, нравится тебе это или нет. И вообще, мне нет никакого дела ни до Манауры, ни до Тиберио, ни до тебя. Вы даже не представляете, какое несчастье у индурайнов. Их дочь забеременела от своего приятеля. А ему нужно ехать учиться за границу. Я всегда подозревал Тиберио. Я не могу позволить, чтобы этот негодяй остался безнаказанным. Мне так жаль индурайнов. Не знают, что им предпринять. Собираются отправить ее в Испанию. Бедный Роду. Он думает, я не знаю, какая у него работа. Всегда старается поднять мне настроение. Химена, что с тобой происходит? Чем мог заворожить тебя этот несчастный старик? И не вздумай согласиться пойти с ним. Она, возможно, даже не знает, от кого этот ребенок. Представляете себе швейцарцев с их светлыми шевелюрами? А индурайны ведь все темноволосые. У меня такое впечатление, что вы меня не слушаете. Что ты сказала? Ну вот, я так и знала. Разговариваю сама с собой, как дурочка. Добрый вечер. Сантьяго, жизнь моя. Дедушка действительно хорошо тебя знает. Только что он говорил мне, что ты одумаешься и вернешься домой. У меня есть к тебе разговор, Патрисио Идальго. Ну что, невоспитанный юноша, пришел просить прощения, опустив голову? Хорошо, я тебя прощаю. Возвращаться я не собираюсь и отказываться от своих слов тоже. Я ушел из этого дома и из компании Дальго. Я здесь для того, чтобы предупредить тебя о делах, которые в ней творятся. Что ты имеешь в виду, Сантьяго? Разные махинации, которые проводит Тиберио Перейра. Он хочет разорить тебя.